Александр, достойная игра в исполнении крыльев, несмотря на то, что уступили 2-1. Тем не менее, эмоции, наверное, скорее положительные от второго тайма. Что можешь сказать о сегодняшней игре? Была добрая утакмица. Мислим да смо могли на краю и да дођемо до нерешеног результата, али нисмо имали среће, нажалост, и зато мислим да ћемо у понедељак ово надокнадити и победити, узети 3 бода. Александр, сегодня ты вышел на замену. Какую установку давал тебе тренерский штаб? Ништо, да уђем и да пробам да дам гој и да пробам да пробамо да ја и ове замене све што ушле да ново да нови импулс да дамо утакмици екипи нашој. Нажалост смо само дали еден гол, нисмо могли два и тоа е тоа. Александр, сегодня ты забил уже свой третий гол за Крылья Советов. Как оценишь этот показатель и какие эмоции испытываешь на этот счет? Наверное, да сам сречен, когда постигнем гол и когда могу да помогнем экипе. Мислим, да сваки нападач, мислим, да сваки играч, било да ли нападач или одобен, когда гол да е сречен. Я сам посебно сречен, jer дошел сам пре два месяца и već третий гол и надам се još много голова и да ли да ти голови буду с победой.